So, Hunter, your time here, so far it's been impressive. I have to admit I had my doubts. A young man like you, new country, big expectations. Many more seasoned players have come here and failed. For me, they lack the hunger to succeed in MLS. But you, you are different. Already you've given this club hope to reach the playoffs. That's why I'm here, to be a difference maker. You're a fighter. I can appreciate that. I wish I had your attitude when I was a player. How do you mean? Didn't you play for Mexico at the World Cup? Yes, when I was 34. My first major tournament. Did you know that? In my 20s, my teens, when I think of the choices that I made. In this game, young men of talent, they are given too much too soon. It's why they miss out on their dreams, why they retire with nothing. Nothing to show but regret. This career we choose for ourselves, we have to remain vigilant because one day we will turn around and it will all be behind us, Alex. Buenos dias, gentlemen. Well rested? Focused? I want to work through our set pieces today. Show me intensity. Work for it. Work, work. See the pass. Quick, quick! Maximum effort, boys!
Show me your pace. Commitment. Give me commitment. Intensity, show me intensity. See the pass. On the ball. I ask a lot of you. But I do it knowing just how good you can be as players. Всем привет! С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Лос-Анджелес Galaxy встречается с Торонто. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. 4-4-2 с одним центр-форвардом. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Хантер! Как он? Классный пас, можно двигаться дальше. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Ромен Алессандрини, пониже бы мяч пустить. Виктор Васкес. Джози Алтидор.
Это может быть опасная атака. Антер. Себастьян Леджет. Тащит мяч вперед он. Ромен Алессандрини. Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее и точно был бы гол. Виктор Васкес. Джози Алтидор. Тут может что-то получиться. И тут может что-то получиться. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Виктор Васкес. Себастьян Джовинко. Алекс Хантер. Дос Сантос. Это может быть опасно. Момент. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Джози Алтидор. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Тут силовая борьба. Мяч перешел к другой команде. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Ловит мяч вратарь, не получилось забить со стандарта. Крис Мавинга. Посмотрим за этой атакой. Пас на ход партнеру. Себастьян Джовинко. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы. Очень технично и качественно футболист. И голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Может получиться интересная атака. Есть поддержка в этой атаке. Нужно бить поворотом. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Не везет. Никак не получается забить. Волнами накатываются сейчас атаки. Одна за другой. Футболисты прикладывают все силы, чтобы вернуться в игру. Себастьян Джовинко. Пас на ход. Может быть интересно. Тут может быть опасно. Смотрим повтор упущенного момента. Момент был хороший. Все правильно он делал. Немного не повезло в завершении. Такими действиями игру не обострить. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. И 2-0 после первого тайма. На StubHub-центр начинается второй тайм. Это может быть опасно. Себастьян Джовинко. Отличное оборонительное действие. Хантер. Пересек мяч боковую линию. Есть хороший адрес для передачи. Решил пробить. Чуть выше ворот. Опасно было. Удар хороший на исполнение. Жаль, этому удару не хватило точности.
пока неплохо. Вперед он мяч тащит. Потерял он мяч, но кому он достанется? Себастьян Леджет. Потеря, все, в оборону. Алекс Хантер. Отлично сыграно, надо решать. Виктор Васкес. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Штрафной удар. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Выбит мяч из штрафной. Отобран мяч, надо возвращаться. Марко Дельгадо. Виктор Васкес. Тут может что-то получиться. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Джованни Дос Сантос. Дос Сантос. Джонатан Дос Санто. И как опасно пробил. Мяч прошел рядом со стойкой ворот. Напряжение в матче нарастает. Команда всеми силами старается как минимум уйти от разгрома. Но для начала нужно как можно скорее забить. Это может быть опасная атака. Отлично. И это удар. Для вратаря такие удары разминка. Виктор Васкес. Себастьян Джовинко. Посмотрим за этой атакой. Где же удар? Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Алекс, хороший по задумке пас. И мяч в руках у голкипера. Джози Алтидор. В этой атаке оборону пройти не удалось. Последняя минута второго тайма. 2 минуты добавляются. Может получиться интересная атака. Итак, звучит финальный свисток. Вот и все. Матч оканчивается поражением. Но все ли команда сделала для того, чтобы не проиграть? По-моему, нет. Георгий, я с тобой здесь согласен. Действительно. Не дожали соперника, за что в итоге и поплатились.